Традиционно праздники отмечают далеко не все, некоторым просто не до этого. Речь о специалистах экстренных служб и врачах. С воскресенья в усиленном режиме работали коммунальные службы. Пока регион отдыхает, аварийные бригады находятся на чеку и оперативно устраняют возникающие проблемы. Сообщения о порывах, нарушении подачи тепла и не только принимают в центре управления городом. Благо, крупных аварий избежать удалось. За этот период у нас были ряд отключений по предоставлению коммунальных услуг. Это в части по холодному снабжению, порядка 5 отключений, 2 отключения по электроэнергии. Аварийные службы и водоканала и, соответственно, ГЭСа сработали оперативно, быстро, то есть за рамки нормативного срока не выходили. Отдельным способом стояла работа и управляющих организаций. А вот травматологические пункты из-за мороза принимают все больше пациентов с обморожениями. Травмы, вызванные падениями на льду, отошли на второй план. За 3 дня общее количество обратившихся в пункты БСМП превысило 160 человек. По структуре несколько поменялись. Сменились в структуре уличные травмы, больше на обморожения, и травмы бытовые. То есть уличных травм стало чуточку меньше. Врачи напоминают, при обморожении не стоит заниматься самолечением. Первым делом необходимо в кратчайшее время доставить пострадавшего в теплое помещение, а после этого обратиться за помощью к медикам.